Здравствуйте, мои прекрасные, очаровательные и нежные. В среду, 18 октября, во Всемирный день женского счастья, все должно быть приятным и радостным, включая нейропрогноз. В городах Береза и Каменец плюс 9, плюс 10, дождь. В Барановичах и Малорите плюс 8, плюс 11, пасмурно, ожидаются осадки. Но не хмурьтесь. Дождь, джентльмен, он постарается идти, когда вы будете под зонтом или под крышей. Он тоже согласен, что вы выглядите безупречно, как всегда. В Пинске, Лунинце и Кобрине переменная облачность и вероятные осадки, плюс 10. В Выбацевичах возможен дождь, днем до плюс 9. Женское счастье – очень сложный пазл. Чтобы картинка сложилась, должна совпасть каждая деталь: хорошее настроение, комплимент, улыбка ребенка, прикосновение любимого, цветущий кактус и коробка конфет, с которой не станут спорить весы. В Драгичине и Столине до плюс 10 ожидаются осадки. В Пружанах и Бресте плюс 10, плюс 11, облачно, вероятны осадки. Кое-что в этом празднике не дает мне покоя, его продолжительность. Не должно счастье ограничиваться какой-то датой. Пусть оно будет вашим постоянным спутником. В любой день и при любой погоде. С вами был Богдан Заверуха. Берегите себя.